Армысыздар, эфирде топ жарған бағдарламасының дүңгілік үстелі. Бүгін дүңгілік үстелдің басына футбол ардагерлер мен футбол мамандар жиналып отыр. Басты тақырып Металлург стадионы. 1953 жылы іске қосылған Металлург стадионы 1994 жылдан бастап жекеменшік қолға өтеді. Қуанышымызға орай, биыл ғана бұл стадион осы жақын күндері бұл стадион қайта мемлекетке ауысты. Солай ғой, Намазбай ағай. Солай, осы бір қуаныш жағдайды мен жалпы өз біздің шымкенттіктермен бөліскім келеді. Бұл әрине бұл біздің осы қала әкімі Ғабидолла Рахметоллаевичтің арқасында. Қазір таңда бүкіл осы мына қаржы мәселесіне байланысты барлық осындай құжаттардың бәрі реттелген. Біз соның жарды мынау иесі Форте банкпен есептесіп қойдық. 156 миллионда 700 мың теңге ақшаға сатып алдық қала әкімдігі. Енді қазір бізде мынау коммуналдық шаруашылық бөлім бар. Сол кісілер қазір құжаттарын рәсімдеумен айналысып жатқан уақыт қазір. Қазір бір аптаның көлемінде ол бітеді. Рахмет үлкен. Борис Михайлович, вы, как никто другой, знакомы с историей стадиона «Металлург». Вот вы с какого года там работаете, вот именно заведующим этого спортивного объекта? 69. С 69 года. Что изменилось? Как тогда было и как сейчас? Ну, стадион полностью демонтирован, по сути дела. Осталось одно поле. Ну, естественно, это не так ставить вину, потому что трибуны были деревянные. Мы все знаем, что если дерево не красить, не ухаживать за ним, оно, естественно, просто от внешней среды этот распадется. Поэтому, когда существовал завод, когда была команда мастеров, ну, естественно, на стадион выделялись большие средства. Завод имел свой цех по производству краски. Выделялись десятки тонн краски, выделялись люди с завода, красили трибуны, поддерживали, значит, стадион, и он прекрасно себя чувствовал. А когда произошел крах, то есть пошел завод на банкротство, вот, естественно, трибуны начали разваливаться просто физически от внешней среды. Вот, естественно, их потом списали, как они стали аварийные просто-напросто. Нельзя было, значит, людей туда поднимать. Ну и вот в силу того, что руководство вот не обращало внимания на непосредственно на стадион, никакие средства не вкладывались, естественно, стадион был ведомственный. Вот, и стадион пришел в негодность, в смысле, ну, в такое состояние. Что... Сейчас он тоже негодный? Ну как, он сейчас в поле, мы держим поле в течение, вот я уже в течение 10 лет работаю без зарплаты. Вот, я его как могу держу, это поле. Мы его поливаем, мы его стрижем, мы его дернуем. То, что мы можем делать. А, конечно, больших средств у нас нет, чтобы вкладывать в затраты. В результате был демонтирован еще бассейн. Вот, у нас теперь остался только зал. Его сдали в аренду. Совсем по другому назначению. Я считаю, что стадион необходимо просто городу взять и восстановить его былую славу. А самое главное, это самый чистый экологический стадион в городе, самый дешевый стадион. Ведь вы поймите, центральный стадион, все стадионы поливаются из городской системы питьевой. Вот. Это большие затраты, даже если делают скидку людям, допустим, вот там на что-то. Вот. Ну, а стадион «Металлург» поливается с речки, вот, и достаточный полив. Очень хорошая территория, сейчас завод не работает. Самый экологический стадион, подъездные пути хорошие. В общем, во всех отношениях стадион для детей. Поле сохранено, поле работает. Сейчас самая большая нагрузка, я не боюсь этого слова, я могу с любым директором стадиона поспорить, что самая большая нагрузка – это на металлурге. У нас проходит в день по 180, по 150 человек. Это минимум. 6-7 групп. В каждой группе 20-25 человек. Футбольное поле. И седьмая школа. Это в основном областная школа у нас, спецклассы у нас, выпускной сейчас группа подготовки. Угу.
Спасибо. Олег, скажите, насколько спасает вашу школу этот стадион? Ну, стадион «Металлург» спасает нас очень хорошо, Борис Михайлович. В любые соревнования, потом у нас выпускная группа, спецкласс занимается там круглый год. Просто обидно слышать, что такой стадион с такой богатой историей может перейти в совсем не ведомственные, ну, будем говорить, ведомственные руки, да, там не по назначению, как бы, потому что любые соревнования, там своя трава, там дёрн, получается, не меняли, да, там она растет, и я знаю, что Борис Михайлович, и у него есть помощник Володя, они вдвоем это поле приводят в порядок, и оно, это поле работает с марта месяца до ноября, оно, да, оно практически не отдыхает. Вот, она нас очень сильно как бы выручает, причем на всех соревнованиях. И у нас и группы там занимаются, как бы круглый год. Вот, и мне так, у нас такого, даже такой ситуации не было, что Борис Михайлович сказал нам нет, что там нельзя тренироваться. Поэтому это будет нонсенс, если стадион перейдет не к детям, а в какие-то другие руки. Здесь дело даже не в том, что он будет принадлежать там городу или области. Надо, чтобы он шел по назначению, именно потому что, например, у нас в школе занимается 1500 детей. И у нас, будем говорить, всего лишь один стадион, да, там у нас дети раскиданы там по базам, там мы базируемся по школам, да, там. Вот, в городе больших стадионов, будем говорить, «Динамо», «Спартак», «Буревестник», которые должны принадлежать детям, а их нету. Мы можем там заниматься, а их у нас нету, мы не можем туда прийти, да, там, о чем мы можем говорить, о каком росте. Тоже у нас нет ни одного того же искусственного поля, будем говорить так, да. Понятно, там бизнесмены, они строят для своего бизнеса там поле, там, которое приносит им, делают капитализацию, да, там, это все хорошо, но спортивные школы, они на бюджете мало кто может осилить, снимать эту арену. Поэтому будет правильным, чтобы такие стадионы, как «Металлург», он был либо в руках областной школы, либо в руках городской школы. Но никак он не ушел ни институту, ни городу, там, ни милиции, ни куда-то еще. Потому что, в принципе, уже его будет ждать та же судьба, что и «Спартак», который круглый год стоит, да, там, и как «Динамо» тоже круглый год стоит. «Буревестник» вообще, мне кажется, скоро там начнут уже коровы пастись, как бы. Да. Вот. Ну, как бы я считаю, что стадион должен идти по назначению. Тем более такой стадион, как «Металлург», там достаточно территории, там можно спокойно построить еще второе поле. Да, перспектива. Вот, зал. Перспектива там есть земля, там перспектива. Там хорошая, всю жизнь было запасное поле. Сейчас есть зал, который, вот бывший бассейн, зал. Это для футзала. Мы не имеем сейчас подготовки. Ни одного футзала не имеем в городе. А мы должны выступать, и футзал же идет на уровне Олимпийских игр даже. Вот. Поэтому необходимо просто стадион сохранить и облагородить его, сделать реконструкцию стадиона. Там все есть для этого. Даже на том старом материале, который сейчас есть, можно еще пока заниматься. Но, естественно, его должно ждать хорошая реконструкция, чтобы стадион, один из показательнейших стадионов, как он раньше был, такой он и должен быть. Спасибо. Намазбай аға, қаншалықты рас әңгіме бұл жаңағы өзгелерге өтіп кетеді, спортқа қалмайды дегендей? Қазіргі таңда бұл көтеріп отырған мәселелердің бәрі орынды. Өйткені жаңа айтылған мекемелердің барлықтары хатпен біздің Шымкент қаласының әкіміне шыққан. Солай өтінішпен шыққанда олардың бәрі жерден. Енді бұл енді қазіргі таңда енді мен өз басым мен Ғабидолла Рахматұллаевич әр уақытта спортты қолдайды. Ол кісі бұл кісілердің халімен, жағдайымен танысқан. Ол шешім қабылдардың алдында айттым ғой, өте қиын, ауыр келісімшарттар жүрді, келіссөздер жүрді Фортебанкпен. Сол кісілердің бәрін тікелей сол кісінің өзі шешті, жоғары тұғырда шешті. Мысалы қанша еңбек кетті, мысалы енді алып тұрып бөтен осы спорттан алыс мекемелерге беру, ондай жағдайға ол кісі бармайды. Сондықтан мен айтуым керек, бұл жерде бұл тек қана спортқа беріледі. Енді мынау біздің енді мынау Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі бар. Мен ойлаймын, осы біздің қазір енді ЖК алады өзінің балансын, содан кейін бізге берілетін шығар. Сосын өзінің несіне бойынша, мақсаты бойынша тиімді түрде пайдаланады. Влад Абдуллаевич, вы как тренер, как заслуженный тренер Казахстана, да, наверное, вот тренеру очень обидно, да, если когда его не пускают на стадион, если вдруг вот «Металлург» тоже отдадут. Вот за 45 лет я работаю в детском только футболе. В Чимкенте полей практически для детей нету. Даже тоже брать цементник, там искусственное поле.
5-6 групп, подготовок там, если не больше, и сами дублеры. Но если один стадион еще прибавляется, именно отдать школе, футбольной школе, одно из них там решите, тогда будет мастерство подниматься у детей. Поэтому я однозначно говорю, что надо его передать в футбольных школах города Чимкента. Мы сол стадионды енді біздің балансы гор спортқа или спортивный школға берсе, біздің жас балдарымыз өседі. Вот келешеді алдымызда 2 жылдыңын чемпионат мира футбол Москвада болады. Сонда балғанда қаны біздің 1-2 балдарымыз, біздің Қазақстанның жақсы балдар шықса, арманымыз жоқ қой. Қазір кішкентайдан басып әркімнен үлкен кісінің баласы болса, кедейдің баласы болса да, сол балдар шығу керек қой. Спорттың арқасында жақсы ойнап, жақсы жолға барып, шылын тартпай, не тартпай, аман есен ойнап күліп жүрсің. Біздің басымыз солықта. Теперь осталось самое немного сделать, чтобы он остался тем, кому он должен принадлежать, а именно спортивным школам. Никакие ведомства, никакие там МЧС не командовали там. Если это попадет в руки МЧС или ДВД, там, как говорят, то это, считайте, стадион будет пропащий для мальчишек. Чтобы у нас были хорошие футболисты, а испокон веков с «Металлурга» выходило много очень хороших футболистов. Это нужно стадион отдать в ведомство школе городской. Пусть Аким городской постарается сделать последнее. Отдать стадион, кому он должен принадлежать. Вот тогда будут появляться у нас и футболисты хорошего класса, и дети будут заняты, и будет все хорошо. Допустим, что стадион оставили вот детям, да, вот... Сіздердің қарамақтарын, қарамаларыңызға өтті делік. Ары қарай оны жандандыру үшін, жақсарту үшін жөндеу қажет қой жерде, үлкен қомақтай қаражат қажет. Сон мүмкін бе құрылыс жасау? Құрылыс жасау ол мүмкін. Себебі қазір таңда біздің қала әкімдігі, жаңа сөз барысында айтып өттім ғой, біздің қала басшысы, ол жерде біздің осы халық өкілдері бар, депутаттары бар, барлықтары рухта спортты қолдайды. Сондықтан мен оның құрылыс мәселесіне мен күмәнданбаймын. Құрылыс жүргізгенде не жасайсыздар ол жерде? Енді қазіргі уақытта мен оны алдын ала мынандай жасайын деп айтпай ақ қояйық жерден. Енді жалпы негізінде ол әлі проектті біз әлі қараған жоқпыз, жобасын қараған жоқпыз. Не дейді, атылмаған аюдың әлі терісін бөлуге қажет жоқ. Енді қазір біз мынау бұл мәселенің бәрін құжаттандырып алайық, түгелдей құжаттандырып алайық. Содан кейін оған жобалық смета жасалынады, проект жасалынады, не салынады, не қойылады, сосын біз оны айта аламыз. Әзірше мен оны толыққанды айта алмаймын. Менің білуімше, ол жерде жоғары спорт шеберлер мектебі, сіздерде жаңадан ашылған жоғары спорт шеберлер мектебінің ол жерде жаңағыдай барлық спорт залы, жаңағы күрес, өзге де спорт түрлері бар ғой, соларға спорттық объект болады деп жатқан нысан. Ол жерде мысалы жерде біздің осы қалалық спорт мектептерінің көпшілігінде база жоқ. Бізде көп болса бір 4 мектебімізде ғана база бар. Қалғандарында база жоқ, тұратын ғимараттар жоқ, барлықтары жалғалады, арендада отырады. Қанша миллион ақшаны басқа жеке меншік адамның ғимаратына жұмсап жатыр. Сондықтан сол ғимарат мәселесін шешеміз деп біз жерде бүкіл осы спорт мектептерін шоғырландырып, оның ішінде база 7-ші спорт мектептің стадионда болады, футболға арналған. Одан бөлек сол жерде мына жекпе-жек түрлерінен де базалар салынып, сол анау ғимараттар жоқ мектептер сонда көшіретін үлкен ой болған. Енді айттым ғой, алдында ол бірінші ол жерге сияды ма? Жеңді ол мынау не біздің енді жаспа біз өзіміз көзбен былай жобалап, былай сыйғызға мүмкіншілік жобалар бар деп біз есептегенбіз. Оны тағы айтайын, қазір алдын ала өйтіп айтуға болмайды. Біз алдымен мынау толыққанды құжаттандырып алып алайық. Бұл мәселе бұл мәселені шешетін жоғары тұғырда шешіледі. Не салынып, не қойылатын. Сосын ары қарай көре жатармыз. Я, например, за, чтобы отдать школе, городской школе, если она относится к горспорту, отдать городской школе в ведомство. Там пусть областная будет школа футбола. Но чтобы только занимались дети. Это было ихнее, родное. Потому что я 20 лет проработал вот в областной школе. Я сейчас не знаю, как у них условия. У нас условия были не очень хорошие. На асфальте, где попало, ни туда не пускают, сюда не пускают. Денег, на, чтобы за аренду заплатить, не выделяют. Вот бегает мальчишка, на асфальте упал, раз-два, свез руки-ноги. На следующей тренировке уже нет. Приходит. Его спрашиваешь, родители не пускают, почему? А зачем нужно? Он ободрался весь, обкорябался. Все, зачем это нужно было? Вот, поэтому я двумя руками за, тем более еще этот стадион мне родной. Хочешь, Зеленка, она без металлов стадион, а это вот полис,
поле істеген жақсы, стадион балансы қор спортқа өткені жақсы. Но қасына қосымын. Школда, просто біздің ішіміз школда. Мен Қарабаса тұрамын қазір. Школды соқын 12-24 школы. Это старый проект. 18-36 болу керек. Или 20-40 болу керек. 40-20 болу керек. Чтоб балдар келгенде, ойнағанда, 7-7, 11-11 ойнау керек. Сол металлург стадионда хатып жақсы бір зал, екі зал істесе, 40-20 размерін. И вот, азында 9-да келеді, кешке қонып, графикін келіп, ойнап кете береді жас балдар. А бізді жазымыз 9-ай, шаяқ демалады. Соқса, біздің размерін, біздің металлургта спорт залдар 40-20 болса, біз қуанамыз. Жас балдар барады, ойнап, күліп, үйге қайтады. Машина автобуздар жүріп атыр. Сол аманесен ойнап, размерлер жақсылап, сондай болса біз қуанамыз. Работая в Ленгере сейчас, ну, как на полставке, а то есть дешёр, я приезжал постоянно на турниры, которые приглашает 7-я школа или есть дешёр там. И ребята с удовольствием едут на этот стадион. Они посмотрят поле хорошее. И ага, а где раздевалки такие теплые, душ? Я говорю, со временем будет. Поэтому наши часто мы приезжаем на стадион с периферии, там играем первенство области, турниры там проводятся. Я что хочу сказать, после такого состава, который сюда пришел, я на 100% уверен, что его передадут именно футбольным школам города Чимкента. Намазбаяға, енді сөзін тоқтатып айтатын болсақ, футболшыларға, спортшыларға жалпы қалатын болсам, жаңағы жоспар бар дедіңіз ғой, спорт қалашығын құру, қаншалықты мүмкін, и қай уақытқа жоспарланған? Қазір дағдарыс дейді, басқа дейді. Біз негізі ол, енді қала әкімдігінде болған кезде, жалпы біздің басшымыз Катай Нұржолбеков. Ол кісі есепперіңізде солай есебімді айтып көрсеткен. Ол кісіні біздің қала әкімдігі қолдап отыр. Ол өзінің жобасын айтты, өзінің идеясын айтты. Жаңа металлург стадионында қандай ғимараттар салынатыны туралы өзінің, соның ішінде жаңа айтылған гостиница да бар. Жаңа соның ішінде бүкіл жағдай жасалынып, спортшылар басқа жаққа бармай, бір жерде тұрып, бір жерде шұғылдану. Мы думаем, что нас не зря здесь собрали. Стадион передадут в школе, конечно, и все будет хорошо. Мы надеемся. Конечно, осталось немного. Отвоевали у банка, теперь осталось только... Нет, ну стадион и сейчас принадлежит школе, потому что они занимаются без этих это вот... Это нет, неофициально. Без проблем. А когда официально будет, уже вот. Они хозяева будут. Там. Одну войну, вы имеете в виду, одну войну выиграли? Одну войну выиграли, теперь осталось вторая, чтобы не досталось ни МВД, ни МЧС, ни пожарникам, ни частным лицам. Акима попросить, чтобы он сделал вот это доброе дело, выкупил его с частной... Уже выкупили. Теперь, теперь чтобы оставил школам все. Вот. И седьмой школе. Она городская, пусть она будет в городской школе. Алдағы уақытта я осы уәдеңіз орналады деген үміттемін. Және де бүгінгі айтылған әңгімелер тиісті құлаққа жетеді деген сенім бар. Келесіде қайта жүздескенше.